Итак, дорогие друзья, давайте себе представим такую комичную ситуацию. На Сочинской олимпиаде немецкий прыгун с трамплина переборщил с мазью и улетел в неизвестном направлении. Итак, мэрия Камизаки. Алло, да, 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 все сделаем, встретим по-человечески. Ну что мы, немощный город какой-то, нормально все будет, все, давайте, ага. Ну что там, что? Из Сочи звонили. Короче, к нам летит немецкий лыжник. Ого! И что делать? Что делать, что делать? Смотрите, раз олимпиада для него началась в Сочи, значит и закончится она должна для него тоже в Сочи, понятно? Сколько у нас времени? 40 секунд. Вот за эти 40 секунд мы должны превратить Камызяк в олимпийский Сочи. Для этого поднимите все цены 100 раз. Всех голубей перекрасьте в белый цвет. Зачем? Ну, типа чайки. Вот молодец. Немец прилетит, вот так при нем всегда смейся. Зачем? Ну, типа чайки. Да хватит. Что еще? Еще волонтеры нужны. Волонтеры? Кто это такие? Ну, которые бесплатно работают. А зачем они название поменяли? Нормальное было название. Бюджетники. А. Вот всех бюджетников тоже сюда. Сколько у нас времени? 39 секунд. Ты посмотри, как в панике время медленно бежит, а? Азамат Тахирович, Азамат Тахирович, немец прилетел. Накормить и допросить. Накормить и привезти. А, шнеля, пожалуйста. Вот это так! Сочи, Сочи он разный, вот. Я далеко улетел, это рекорд. Ну, далеко улетел, далеко. Но это далеко не рекорд. Просто у нас в Сочи, из-за сочинского трамплина люди и до Лондона долетали. О, им уже вручили медали? Ну, если их из Лондона депортируют, то, наверное, кое-кого наградят. Медали вручат, звание повысят. Так что у вас второе место. Ну, а ты не переживай. Вам, немцам, не привыкать на нашей территории второе место занимать. На Камызякской дискотеке! Мы прилетели в Москву не случайно, мы прилетели на четвертьфинал. Шутим, 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 шутим. Только в Москве надеемся на завтра, ведь камызяки каждый день вчера. Снова на этой сцене камызяки, и ничему здесь лишние слова. Если вы эту песню не узнали, это Китай, группа «Мираж». Да-да-да, группа «Мираж», старые добрые девчонки. Тема приветствия «Надежда на завтра». Вы знаете, это ну прям чисто камызякская тема, потому что нам, кроме как на завтра, надеяться больше не на что. Да-да-да. Тем более у нас гимн города с этих слов начинается, да? Вот, так давайте же споем эту песню, давайте. Давайте. Надежда, ой, надежда на завтра. Слушай, а там дальше с матом. Торохов, ты нас очень подвел. Вот теперь угадай, в какой руке боль. Правильно. А тут нежность была. Друзья, вы знаете, Камызяк недавно признали самым дерзким городом России. К нам недавно Путин на рыбалку приезжал и ничего не поймал. Представляете? Да-да-да. Вот вам ха-ха, у нас после этого водолазное училище закрыли. Ну что, Москва, давай лови ха-ха по-камызякски. Let's go! Давайте начнем. В Камызяке живет самая равноправная семья в мире. Ты что, куришь, что ли? Че, у тебя буду спрашивать, что ли? Ты как с отцом разговариваешь, эй? Эй, шагай давай, глава семейства. Представьте, мужик, который всю жизнь ездил на «Жигулях», покупает иномарку. Беру. Знай, дай мы полы, не
Двигаемся дальше. Случай в ювелирном магазине. Вот это колечко почем у вас? $5000. Угу. А вот это? А это $10000. Ага. А вот это? О, а это $30000. А, я так понимаю, мне в ту сторону, да? Друзья, на прошлой игре мы показали номер про Камызякскую поликлинику. После этого нам позвонил мэр и попросил ее больше не показывать, а то реально ремонтировать придется. И именно поэтому очередной обход в Камызякской районной поликлинике. Это не поликлиника, дурдом какой-то. Че вызывали? Че за срочность такая? Ну так понедельник, 9 утра. На работу надо все-таки. Фу, ты из-за этого, что ли? Нет, нам звонили из Москвы. Теперь мы будем заниматься весенним призывом. О, наконец-то ремонт на кухне сделаю. О, блин, вслух сказал, да? Ну что, боитесь меня, русишки? Годен, 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 годен! Ладно, не переживайте. Пойдут самые здоровые в армию. Видите, вон, Шойгу на меня какую ответственность возложил. Он не сегодня, завтра министр здравоохранения будет. Потом министром экономики. Потом министром образования. Это что получается, я из-за вас теперь со всем правительством переругаться должен, что ли? Так что давайте начнем. Может быть, кто-то добровольно здоров? Я! Нет, нет таких войск. Давай, иди домой. Так, ты, иди сюда. Психологический тест. Что видишь на этой картинке? Влюбленную пару. Точнее. Я и ваша дочь. Я тебя предупреждал? Я тебя предупреждал? Вот теперь не обижайся, будешь служить на подводной лодке. Может, в подводной лодке? Вот все будут в подводной лодке, а ты будешь на подводной лодке. Так, у тебя что? Вот молодец, вот теперь хорошо, молодец. А вы вчера смотрели «Жить здорово» с Еленой Малышевой? Ну, мне интересно же, елки-палки. Зачем ты смотришь? Я в прошлый раз смотрел, она пришла в костюме желудка, что-то урчала, урчала, и всю передачу делала. Я переключил ее. Давай сюда, что у тебя? Так, дисфункция секреции биологически активных веществ в результате нарушения вегетативного генеза. Ха, ты смотри, как он красиво завуалировал. Сикается он. Брехня, косит он. Ну, брехня, не брехня, Норик. А вот у нас в инфекционном отделении один симулянт умер. Да вы что? Да, 4 дня не верили. Щекотели, щекотели, бесполезно. Знаете, как я догадался? Я смотрю, апельсин никто не ест. Азамат Тахирович, вот жалко, конечно, что у нас женской армии нет, как в Израиле. А то бы сейчас здесь столько девчоночек в юбчоночках стояло. Девчоночки, юбчоночки? Ты что, блокнотик Расторгуева нашел, что ли? Армия — это сугубо мужское дело, понятно? Так что медкомиссия — это все формальности. Ребята, вы все годные. Это почему? Почему, почему? Потому что для камызякских пацанов армия — это единственный шанс жизни хоть что-нибудь поносить от Юдашкина. Ну, а закончить мы бы хотели словами великого классика Виктора Гюго. Смех — это солнце, которое убирает зиму с лица человечества. Камызяк, пришла весна, и снег растаял. Сразу стало видно всем, что не так. Да не идеален он, но мы-то знаем. Вся Россия как большой Камызяк, поздравляем. Мы не знаем, как в Москве, просто у нас нет привычки лезть в чужой огород. Но в Камызяке выше обстоятельств только закон. Тем более, я думаю, что вы уже соскучились, поэтому давайте заглянем в районный Камызякский суд.
Стойте! Стойте! На, заколебал ты меня уже. Я не за этим. Ваша честь, ваша часть. О! Молодец, Русик, вот умеешь ты с утра настроение поднять, балбес. Так, ого, уже целую минуту работаем. Давайте быстренько, 2 недели быстренько отдохнем, а потом опять целую минуту работать будем, работать. Азамат Тахирович, а как же заседание? Какое заседание, Валентина Степановна, а? Я для кого эту группу в WhatsApp создал? Там приговор напишу, все, я поехал. Ладно. Прокуратура, дай Бог здоровья ей. Здравствуйте. До свидания, вы кто еще такая? Я Иночкина Вера Павловна, ваш новый прокурор. Меня прислали из Москвы. Вы прокурор? А что, по-вашему, только в Крыму красивый прокурор? Нет, давайте будем откровенными, только в Крыму красивый прокурор, ладно? Это раз, а во-вторых, у нас уже есть свой прокурор. Понятно? Да, ну и где же он? В основном в Ютубе. Валентин Степанов, ты видел последнее видео, где он это, во дворе в одних шортах за задние лапы собаку таскает? Очень смешно. Короче, он под следствием, теперь я здесь. Да? Быстренько сбегай в караоке, скажи, что его песенка спета, пусть рассчитывается. Чего вы там говорите? Я говорю, что я здесь наведу порядок. Да, устанавливайте у себя там свои порядки, ладно? У нас тут есть порядок. Ребята полицейские молодцы, днями и ночами трудятся, доблестно несут свою службу, жен своих не видят. Извините. И это, по-вашему, порядок? Допросили футболиста? Какого футболиста? Идите, молодцы, молодцы! Молодцы! А давайте посмотрим, какие приговоры вы выносите. Ну, вы человеку за воровство руку отрубили. Потому что у нас были дни иранской культуры в Камызяке. Ладно, выкручивайтесь, не выкручивайтесь. У меня на вас очень много материала. Ну вот, шейте парашют. Очень смешно. Значит так, у вас 2 минуты, чтобы предоставить мне все дела. Иначе я вас посажу. Прокуратура, мы гордимся тебе. Ты посмотри, какая серьезная бабенция к нам заявилась, а? Русик! Его нет! Иди сюда, скотина! Чего? Ты ведешь мой инстаграм? Да. Куда ты нахрен ведешь мой инстаграм? А? Куда? Я тебе сколько раз говорил, не выкладывай эту руку. Вот теперь иди. Проследи за этой прокуроршей. Иди проследи, чтобы она ничего лишнего не увидела. Бегом. Азамат Ахирович. Да. Есть способ, как от нее избавиться. Ну-ка. Давайте я с ней подружусь. Ну. Стану ее лучшей подружкой. Вы с ней поженитесь. Мы с вами переспим у нее на глазах. И она в слезах вернется в Москву. Вы по ночам будете называть ее имя, а я всю жизнь буду делать вид, что счастлива. Ну, знаешь... 52 года, Валентина Степановна, а башка шарит у тебя, конечно. Спасибо. Молодец. Пошли. А еще я в детстве цыганку на велосипеде сбил, и она мне в спину что-то крикнула. А утром я проснулся, у меня родничок опять мягкий стал. Вот потрогайте. Да уберите, пожалуйста, это. Ну, а вообще, как вам здесь у нас в Камызяке? В смысле как? Вы мне просто кладбище показали. А у нас там самые красивые памятники. Там же в конце 90-х бандюганов хоронили. Туда даже молодожены ездят фотографироваться, представляете? Русик, иди погуляй. Я сегодня уж гулял. Иди погуляй, там корова об твой глазик чешется. Ну, корова, держись. Ну, где дела? Вы знаете, мы немножко не с того начали, мне кажется, да? Вот. Это еще что такое? Это саксофон. Ну, фон для секса. Рекламная служба Русского радио 917-9963. Я не поняла, что происходит. Да, не хочешь завтра проснуться и погулять по моей квартире в мантии на голое тело, а? Я хочу вас посадить за такие шутки. Ну-ка ты ж, я сказал. Начнем со статьи 20.20. О, как, распитие спиртных напитков в общественных местах. Да.
А что же мы как дети, все с административных правонарушений? Может быть, замутим преступление посерьезнее? Ого, любишь пожестче, да? Давай. Тогда предлагаю статья 154 УК РФ. А при чем здесь незаконное усыновление детей? Вы вообще уголовный кодекс считаете? Не говорите, неинтересно будет, я просто начал только. Прекратите! Что вы делаете? Ты мне не выкай, поняла? Ты мне не выкай. Знаешь, для чего мне вот это вот? Для чего? Вот для вот этого. Ой! Друзья, а сейчас... По вашим аплодисментам мы определим, кто же победил в этой схватке. Правильный, законопослушный, но скучный прокурор Иночкина или веселый балагур судья Азамат Тахирович. Кто за судью? Ваши аплодисменты? Спасибо, спасибо. Друзья, когда слушаешь русский шансон, то создается впечатление, что тюрьма – это самое чудесное место на Земле. Где сидят талантливые, образованные, любящие маму люди. Итак, в камызякской тюрьме. Запахло весной. Так, а ну-ка встали все быстро, равняйся смирно. Что случилось, начальник? Я тебе сейчас дам, что случилось. Ты что выперся, марш в камеру себе. Отдай фуражку. Ответьте мне на один единственный вопрос. Вы надзиратели или идиоты? Надзиратели. Не надо ничего говорить, вы надзиратели и идиоты. Вы знаете, что месяц назад из нашей тюрьмы сбежал заключенный? А, вот почему у нас одна порция еды остается. Заткнитесь. Мало того, что он сбежал, он нас на всю страну опозорил. Он про это песню написал, где все подробно рассказал. А что за песня? Вот, пожалуйста, слушайте. Я сбежал с камызякской тюрьмы. Это про нашего поет. Там в охране тупые меты. Это вот про вас. Сбежать было несложно мне, ребятки. Я даже возвращался за кружкой и зарядкой. А? Человек сбежал из тюрьмы, вернулся за кружкой и зарядкой и снова сбежал. Вы где были? Мухамбаев! Чё сразу Мухамбаев? Я вообще ничего не делал. Я знаю. А Мухамбаев, как всегда, вообще ничего не делал. Мухамбаев, ты у нас уже 2 года работаешь. Ты когда официально устроишься? Мне западло ментом быть. А чё ты тогда сюда приходишь? Чтоб дома с ребенком не сидеть. Заткнись всё быстро. Командир, а про меня петь будут или мне можно домой пойти? Нет, Куницын, стой и слушай. А вертухай Куницын с вышки даже не стрелял. А вертухай Куницын мне в картишке проиграл. Красава. Надо матушке позвонить. Поздравляю. Заткнись. Я тебе сколько раз говорил не играть с заключенными в карты. Говорил? Давай. Говорил. Я тебе это говорил, когда мои квартиры и машины были твоими квартирой и машиной. Товарищ командир, а где вы вообще нашли эту песню? Помните, я на День полиции ездил в Кремль на концерт? Ну? Он там эту песню пел. Я знаю, что нужно сделать. Нужно связаться с московскими коллегами, объявить план перехвата и жучить его. Все. Не надо, не надо. А что тогда делать? Надо русский шансон слушать до конца. Ты заходи ко мне, московская братва. Орджоникидзе 27, квартира 42. В Москву! Ура! В командировку! Дорогие друзья, у моей мамы, у России есть четкая позиция в этом мире. Как бы это смешно ни звучало, камызяк — это тоже Россия. Поэтому, соответственно, у нас тоже есть своя позиция в этом мире. Камызякская дипломатия представляет песня «Обращение к одному очень известному человечку». Ну что ты, Обама, дерзишь? Из Вашингтона там что-то кричишь? Приезжай-ка давай в камызяк. Обсудим с тобой чё да как. Зайдем толпой за магазин. Поговоришь с мухой один на один. Барак, братан, никакого риска. Он единственный, кто знает английский. И пусть французы зажали мистрали.
По газу болгары заднюю дали, и сколько бы санкций не выдвигали, уважать Россию не перестали. Ты давай аккуратней, браток, а то тебе и твои верные псаки, когда достроим Южный поток. Мы покажем наш мощный факел, мы затолкаем газ в Европу силой, мы раздадим его пацанам. Турции скажут спасибо, что ей плевать на всяких рабам. Мы по терпению чемпионы мира, ты у Алады и Мертиц России. Их прадедушки бегали быстро, ты Обама, медведя не зли. Медведя не зли. Друзья, мы несколько раз показывали в КВН номера про камызякские муниципальные объекты, такие как Камызякский суд, Камызякская мэрия, Камызякская больница. И во всех этих учреждениях дела пошли в гору, кроме больницы. И у нас есть последний шанс в ней что-то исправить. Так, у кого есть медицинские полюса? Давайте, все идите отсюда. В смысле? Вот, вот так вот все идите отсюда. Видишь, что захотели, елки-палки? Вы что, хотите, чтобы я в новогоднюю ночь бесплатно принимал, что ли? Идите все домой, все. Чего у нас так жарко, Галина Михайловна? Да я просто рентген прибавил, а то что-то холодно было. Рентген прибавила. Вот ты молодец, смотри. Как здорово, что мы с тобой Новый год вдвоем будем встречать, да? Дежурить здесь вдвоем. Вообще-то втроем. Вообще-то ты тупой, намеков не понимаешь. Сейчас бы сидел бы дома, нормально праздновал Новый год. Какой Новый год у меня дежурство? Че я вас, одних оставлю, что ли? Русик, не смейся, как чайка, это плохая примета. Все, давайте, обход сделаем быстренько. На начало хочу поздравить всех с наступающим Новым годом. Спасибо, спасибо, спасибо. Да, всех поздравляю, кроме... В смысле? Кто? Кто это? В смысле? Скажите, кто? Кого? Кто? Да что вы заладили? Кто? Кто? Прямо терпения нет нифига. Сюрприз будет. Под елкой увидите с утра вон. Давайте, Макаров, иди сюда. Короче, пришли твои анализы. Тебе срочно надо аппендицит вырезать, а у нас наркоза нет. Доктор, а это больно? Нет, знаешь, по ощущениям, как будто комарик взял ножом и аппендицит вырезал. Доктор, скажите, а когда будут делать мне уколы? Просто так здесь лежу и все. Никогда. Мы от этой зависимости вас лечим. Лежите. Какой еще один? Ты что? Ты смотри, что он показывает. Иди сюда. Доктор. Так. Мне в правое ухо залез таракан и не вылазит. Серьезно? Что? Залез таракан и не вылазит? Ага, не вылазит. На что, жалуетесь? Что? Доктор спрашивает, жалуетесь на что? Что? Жалобы, говорю, на что у вас? А, он туда-сюда быстро перебегает. Ладно, все понятно. Тогда неси два фонарика. Один резко в рот включим, один резко вот в ухо, и он отсюда выбежит. Какие фонарики? Вы в своем уме? Мы можем МРТ сделать за 22 400. Ну, фонарики так, фонарики. Вот приходите, вот через 10 дней. Через 10 дней приходите вместе с двумя фонариками и батарейками. Что? С двумя фонариками приходите! Кстати, Азамат Тахирович, там Афанасьев из комы вышел. Да ладно, что так быстро? Полгода лежал, тут вышел, что ли? А я что? Ладно, на, отдай. Только если попросит, отдай. Хорошо. Ладно? Одинокая ветка сирени. Джин-тоник подействовал. У тебя... Галина Михайловна, я его убавлю, чтобы он вам здесь мозги не пудрил. А вы тогда это... Утром прибавьте, чтобы голова не болела. Хорошо. Все, я пошел в свою семью Новый год встречать из-за кое-кого. Ты этот, могли бы с тобой в Крыму переночевать, да? В каком Крыму? Это я операционную так называю, там просто света нет у нас. Ладно, давайте, через 10 дней встретимся. Через 10 дней встретимся, через 10 дней встретимся. Вот я не пойму, вроде крепкий парень, не знаю, сглазили, что ли, тебя? Это все-таки я. Шучу я, шучу. Ребята, друзья, команда, команда, команда. Могу я немножко вот нашего выступления потратить в личных целях? Еще? Ну, пожалуйста, чуть-чуть, вот, пожалуйста. Дорогие друзья, вы знаете, в 2016 году я собираюсь баллотироваться на пост мэра города Камызяк. Да, спасибо большое.
Очень сильно сердце болит за свой город. Хочу сделать его похожим хотя бы немножко на Москву. И даже записал новогоднее обращение. Давайте посмотрим. Дорогие камызяки, россияне, ну, потому что камызяк — это тоже Россия, поздравляю вас с наступающим 2016 годом. Желаю вам здоровья, счастья вам желаю. Дай вам Бог. А я передаю слово президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. Я передаю слово. Друзья, Новый год на пороге. Ветер в голове, чудо-городок на своей волне. Знает только Бог, что нас дальше ждет. Спасибо! Иногда тяга к высокому искусству толкает людей на низкие поступки. Итак, представьте такую ситуацию. Ограбили музей современного искусства. Давайте еще раз опись проведем. Так, говорите, что пропало? Господи, да все пропало. По-моему, здесь все так и было. Ну? Вы в своем уме? Эти сволочи украли всю выставку Габриэля Лепехина. Вы понимаете, они украли отождествленную безмятежность, и глубину мысли, и искривленную прямую, и тупик вселенной. Мне плохо. Короче, запиши, украли 40 килограмм проволоки. Скажите, а что-нибудь стеклянное или пластмассовое украли? Да нет. Все понятно, они всю эту фигню повезли в пункт приема цветного металла. Поехали, все. Подождите, а мне что делать? Собирайся, с нами поедешь. Куда? В наркологию, на безмятежность тебя проверим. Поехали, поехали. Друзья, давайте немного пофантазируем и представим, что в России есть город, в который никогда не приезжал Владимир Владимирович Путин. А в этом городе есть человек, который его ждет. Короче, чего фантазировать, это город Камызяк. Итак, мэрия города Камызяк. Где же, где же? Извините, опоздал. Ну, наконец-то, елки-палки. Ну что, Путин приезжал? Нет. Приехал и уволил, да? Да нет же, елки. Ну все, тогда слава богу. Давайте тогда еще раз по каждому пункту еще конкретненько пройдем. Да сколько можно каждый день одно и то же, город блестит уже. Еще раз говорю, надо, чтобы все было идеально. Так, давайте, ковровую дорожку. Нарисовали. Нарисовали. Учителям улыбки степлером натянули? Натянули. Ну видно же, вон скобы за ушами. Это просто вы знаете, куда смотреть. А, ну все тогда. Так, а самых всех некрасивых людей из Камызяка вывезли? Да, всех уродов за город. Ну че ты врешь, вот стоишь наглым образом, а? Я говорю, надо, чтобы все было идеально. А вдруг он сейчас приедет не в настроении после этого ООНа? А там еще Европа-то мозги компостирует. Ой, пусть эта Европа сначала нашей стране за газ заплатит. Ты сначала сам своей стране за газ заплати. А мне кажется, он не приедет. Ну что ты такое говоришь? Он же деньги выделяет. Как это не приедет? А? Ну как это не приедет? А тогда для кого я это все делаю? А? Для кого я вот в школах линолеум постелил, компьютерный класс поставил, МРТ в эту больницу? Для кого? Ну, для простых людей. Для каких простых людей? Фу, вспомнил сейчас их. Для каких простых людей? Они меня только выбрать могут, понимаешь? А уволить они же меня не смогут. Приехал! Приехал! Ты что наделал? Да заколебал, потому что каждый день одно и то же. Короче, очнется, скажем, что Путин приезжал и зарплаты нам поднял. Дорогие друзья! Если посмотреть на жизнь в Камызяке под хорошую музыку, то получится любой кадр из любого фильма Эмира Кустурицы.
Эта история произошла давным-давно, но уже при Путине. Существует легенда о том, как гуси спасли Рим. Так вот, наша история о том, как одна курица спасла Камызя. Сегодня невидимая нить связала ваши судьбы. И никакие обстоятельства не смогут разорвать нить. Ни курс доллара, ни расширение НАТО на восток. Да пусть даже метеорит упадет на Камызя. Является ли ваше желание свободным, взаимным и искренним? Прошу ответить вас, жених. Да. Прошу ответить вас, невеста. Нет. Закончилась эта история. Счастливые камызякцы снова восстановили свой город. И жили они долго и так же. На Олимпиаду приехали посмотреть люди со всего мира. А кто же поедет на нее из Камызяка, решал слепой жребий. Итак, мэр Камызяка возвращается с Олимпиады. Едет! Едет! Азамат Тахирович, Магасвет, без тебя на счастье в жизни нет. Ягода малина. Азамат Тахирович. Ладно, ладно, ладно. Ладно, молодцы. Вот знаете, да, что я Державина люблю? Ну, конечно, он каждый год нам на День города приезжает. А чё он веселый, дешевый?
Ладно, на, это тебе. Ого, спасибо. Какое спасибо? Завтра верни в Сочи в 2 часа дня. Прокат сноубордов. Представляете, Игорь по пьяни взял и забрал с собой. О, Игорь, говорю, я. Ну что, ребята, рассказать вам про Олимпиаду? Не надо. Не, скажите. Расскажите. В общем, Олимпиада. Олимпиада просто супер. Все прошло на высочайшем уровне. Дороги как зеркало. Вот, запомни, зеркало. Одна дорога есть такая, ровная, идет. И вот так резко заканчивается. Ну и что, как у нас? Нет, там так запланировано, трамплин называется. А, да, у нас, когда дорога заканчивается, это значит, вы домой приехали. Нормально, да? И давай, не болтай пешком пока, выходи потихоньку в Сочи. Ну а как там встречают? О, встречают прекрасно. Фешенебельнейшие отели, в каждом номере ковролин. Ковролин? А что это за лекарство? Это не лекарство, это такой волосатый линолеум. Азамат Тахирович, вот нам по телевизору показывают, там все так красиво. А вы нам честно скажите, успели они Олимпиаду достроить, нет? Успели. Yes. Успели. Yes. Я вам даже так скажу. Бог создал землю за 7 дней. Видимо, построить Олимпиаду помогал тот же подрядчик. А у нас в Камызяке вечная любовь, возможно, только к одному человеку. Мэру города Камызяк. Эта песня посвящается ему. Мы благодарим мэра города Камызяк за любезно предоставленный личный синтезатор. Вечером поздним гремит гроза. Ты выходишь скорее во двор, заодно и купаешься. Ведь под водой весь Камызяк. Про него и споем тебе, чё улыбаешься? Мэр в Камызяке у нас один, никогда не меняется, так дорожим мы им. Он для нас царь, для нас господин. Хотя чё вам об этом петь, у вас такой же один в один. А мы его целуем, говорим, что любим, и все время выбираем, к сердцу прижимаем. Ведь он такой хороший, все время со всеми здоровается, площадку хочет построить, бабушкам улыбается. Молодец! Наш мэр. Молодец! Наш мэр. Есть в Камызяке черная игра. Ну не так, чтоб у всех прям есть, конкретно у мэра есть. И каждый год на день города Камызяк собирается смотреть, как он будет есть. Стоят и смотрят люди, как ее он любит, как он банку открывает, сердце прижимает, как на хлеб ее намажет. Людям что-нибудь скажет, как он стопочку пропустит. Выглядит все так вкусно. Молодец! На днях мэр свидетелем был на ней, как полагается. Мэр вообще издал такой указ: если он не свидетель там, то брак не считается. Есть в Камызяке еще один тип, но не тот, про кого вы, наверное, подумали. Только сейчас он в тюрьме сидит. Он хотел подсидеть того, про кого вы подумали. Есть дискотека еще у нас до 8 часов вечера со светомузыкой. Только сегодня специально для вас, парни, покажем вам, как мы танцуем там. Everybody dance with me when you waka maka for freestyle. Where is your head? Давай, танцуй с камызяцкими пацанами, как на свадьбе, как на корпоративе. Там танцевать не обязательно красиво. Мэр зимой ночью, мэр зимой летом, на этом синтезаторе крути дискотеку. Эй, москвичи, приезжайте в Камызяк. Мэр для вас. А мы вас всех целуем и не врём, что любим. Мамушки, туристы, город у нас чистый. Приезжайте в гости, мэр вас очень просит. Приезжайте, братцы, и тогда все будет. Yeah!
приключения камызякского авторитета Дениса Алькапончика. Здорово, бандиты. Пришел, пришел, бычара, где бабки? Да! Еще раз так сделал. Да хватит, что меня по полу, елой! Короче, ты когда бабки вернешь? 15 мая. Вот слушай меня сюда, придурок. Да-да, слушай. Короче, придурок, 25 мая я плачу кредит. И если у тебя там что-то не получается, просто позвони, я перезайму. Ну, понимаешь, пеня идет, понимаешь, пеня! Я пошел. Придурок. Ну что, как я его? Плохо, очень плохо. Плохой опыт тоже опыт. Эй, пошли. За мной! Эй! Знайдеры, мы ни для кого не секрет, что скоро в Олимпийскую деревню съедутся лучшие спортсмены со всего мира, а обслуживать их будут лучшие специалисты со всей России. Итак, декабрь, 2013 год, Камызякская больница. Здорово жить! Итак, аллопеция. Аллопеция? Вот Елена Малышева, смотри, какая молодец! Да. Молодец! Как она все это придумывает, интересно? Фантазерша! Ты посмотри, вышла в костюме печени, вылила на себя бутылку коньяка и увеличилась. И сразу всем все понятно, пить вредно. Давай новости посмотрим. За здоровьем олимпийцев, а также гостей Олимпиады, в Сочи будут следить лучшие российские врачи, которых лично отберет президент Олимпийского комитета России Жуков. Вот, ты слышал? Все, в Сочи еду. Жуков приедет. Нашли кому доверить. Главное, пел, крошка моя. Теперь что? Главный по Олимпиаде, что ли? Это другой Жуков, не из руки вверх. Это Жуков, который в Москве. Памятник, что ли? Не тупи! Жуков! Главный по Олимпиаде. Здоров! Не могу. Не могу так работать. Хожу с пустым чемоданом. Ни лекарств, нифига! Я ж даже вместо уколов людей просто за попу щипаю. А это что за чемодан? А мы не на Красной площади, чтобы такие вопросы задавать, понятно? А что ты буксуешь, блин? Что буксуешь? Азамат Тахирович, между прочим, скоро в Сочи на Олимпиаду поедет, как тихо. Лучший врач. Тихо, ну не решено же еще. Жуков приедет, пригласит лично, тогда уже все. Из руки вверх, что ли? Ты еще скажи, памятник тупица. Что ты сказал? Че? Фонендоскоп через плечо. Все, хватит вам. Чтобы такой путаницы не было, Мухамбаев, иди распечатай фотографию Жукова и раздай всем в больнице, понял? Все, давай. Ну, и какого пенициллина ты лучший врач? А что, ты что ли? Допустим. А еще я знаю, что ты бахилы воруешь и продаешь. О, да, вот это разоблачение. Разоблачение века. Ты прямо сейчас Сердюкову в медицине накрыл. Тоже мне, блин. Так, подожди, подожди. Алло, скорая. Диктуйте адрес. Все, выбегаю. Давай. Давай. Азамат Тахирович, я так подумал, большому человеку большая фотография. Молодец, молодец. Вот теперь иди отсюда, мне порепетировать приезд надо. Так, больной, встаньте, теперь идите. Да, вот вы можете ходить. Теперь впредь аккуратнее занимайтесь олимпийскими зимними видами спорта. Да. А кто это кашляет? Сейчас быстренько вылечу. Здравствуйте, кто к нам пожаловал? Александр Дмитриевич, здравствуйте. Скажите, а у вас церемония открытия Олимпиады утверждена уже? Просто идейка имеется? Конечно, расскажу. Значит, смотрите, все начинается 14 минут 9, ну типа 20.14. В общем, стадион, играет музыка, и из земли начинают прорастать березы, как символ России. Тысячи берез. Растут быстро. С берез начинает капать березовый сок. Кап, кап, кап. Капельки образуют ручейки. Ручейки образуются в реки. Выплывают 4 мощнейшие реки России. Волга, Енисей, Лена, Иртыш,
Обь, Амур. Я 4 сказал, 6. В общем. В общем, все они сливаются в одну. Бьется фонтан, замерзает. Ну это же зимняя Олимпиада. В общем, и тут наверху раскрывается кувшинка. На парапете стоит король российского футбола Андрей Сергеевич Аршавин и торжественно объявляет: Олимпиада открыта. Ну как? Спасибо. Ну, жена помогала еще. С кувшинкой вот эта вот жена помогла. Честно говоря. А можно? Я занят. А я не к вам. Я тоже порепетировать. Ради бога. Здравствуйте. Я доктор Дорохов. Не рэпер. Я хочу, чтобы вы меня взяли в олимпийскую деревню. Тем более опыт работы в деревне у меня есть. И знаете, Азамат Тахирович ворует бахилы и продает. А что, теперь предательство будешь репетировать, что ли? А что? Почему нет? Чего нет? Я извиняюсь. Можно я тоже репетну? Александр Дмитриевич, чай, кофе? Чай. И еще один вариантик. Александр Дмитриевич, чай, кофе? Кофе. И еще один вариант. Не будет больше никаких вариантов. Чай или кофе, кофе или чай. Что уж тебя на самом деле? Тихо. Алло. Все, приехал. Ой. Так, это спрячь. Значит, никаких тупых вопросов. Просто как взрослые, воспитанные люди. На себя, понятно, на себя давай посмотрим. Ты что, идиот, что ли? Ты понял, да? Повзрослеешь, чтобы все... Ты совсем, что ли, придурок, убери, говорю, ну. Все. Ну, с Гиппократом. Пошли. В машине сидит. Ну тогда с Богом. Крошка моя, я по тебе скучаю. Здравствуйте. Самый лучший врач. Чай, кофе. Давайте серьезнее. В общем, Александр Дмитриевич, вот выбирайте. Кто из нас самый лучший врач и кто поедет в Сочи. Но будьте внимательны. Мы стоим в цветах российского флага, поэтому нас разлучать нельзя. А если серьезно? А если серьезно, мы на самом деле очень хотим быть в вашей команде, потому что вы сегодня были в нашей команде. И нам еще наши деды говорили: там, где Жуков, там победа. КВНу 52 года, и у него наконец-то есть свой дом. В Камызяке много домов, которым 52 года. Но только в одном из них, так же, как и здесь, собирается и веселится молодежь. Итак, наша песня про Камызякский дом культуры. Let's go. Давай, как на нашем дворе, ой, горели фонари, были танцы, все гламурно. В Камызяке все равно, развлечение одно, это танцы, дом культуры. Серое здание, убитое временем, на площади памятник, естественно, Ленину. Никого не смущает, что прямо над входом висит плакат: камызякцы, с новым 1995 годом. У входа стоит парень, вокруг него девочки. Это местный дилер, он толкает семечки. В здании курить нельзя, ребята курят в туалете. Их никто не ругает, они же дети. После гардероба, ну типа фейс-контроля, все танцуют под любе, дружно на танцполе. Местный диджакей, ну очень предсказуем. Что еще тут скажешь? Он ровесник Расторгуева. Опа, давай! Ручки! Опа! В зале света музыка сверкает очень ярко. Это участковый принес свою мигалку. Наступает пауза, музыка стихает. И все ждут, когда диджей кассету карандашом перемотает. Здесь гремят оттуда до утра танцы камызякского ДК. Все танцуют по тату, по кочам, по язу. А диджею это в радость.
Сиека и Мираж, богатый и Араш набирают популярность. Весело под песню Михаила Круга здесь танцует прокурор с молодой подругой. Супруга это видит, хмурится и злится. Он свое получит завтра, как проспится. Под песенку Добрынина «Синий туман» такой же по цвету танцует пацан. Меняем кассету в сторону А на сторону Б. И что же мы слышим? Снова Любэ! Будут все сошли с ума, молодой, старый на корейском напевает «Опаганов стайл». В радиусе километра выброс эндорфинов. Это наш диджей включил. О боже, какой мужчина! Я хочу от тебя сына, и я хочу от тебя дочку. Вот это ночка, вот это ночка. А пока в наших танцах заняты руки и ноги. Ничего плохого в камызяке не происходит. Мы вот тут подумали, вот бы было классно, если б все проблемы в мире решались танцами. Например, в Украине Юлю Тимошенко суд приговорил к 7 годам фламенко. Эдвард Сноуден мог бы степ танцевать, он же хорошо умеет стучать. Или, скажем, в Сирию вошли американцы, только не на танках, а под ритмы сальсы. Или, например, израильтяне и арабы радостно и весело пляжут под ламбаду. Художественный вымысел, но ведь в каждой песне есть и доля истины. Мы должны гордиться не количеством ракет, а тем, что живем в стране, где самый лучший в мире балет. Давай! А ну давай, давай, наяривай! А ну давай, давай, наяривай! А ну давай, давай, наяривай! А ну давай, давай, а ну давай, давай! А ну давай, давай, наяривай! А ну давай, давай, наяривай! А ну давай, давай, наяривай! Команда камызякская! Любой москвич, который приезжает в Камызяк, сразу же идет на рыбалку. Потому что в самом Камызяке ловить нечего. Ёлки-палки, вас на минуту даже нельзя оставить. Ну зачем вы динамитом бросаетесь? А вдруг там Макаревич охотится? Нет там никакого Макаревича. Если б там Макаревич был, гитара бы осталась на берегу. Да не, это я принес. А, ну слава богу. Слушай, Азамат, я не понимаю, мы на рыбалке вообще или как? А, да, чуть не забыл. Раз уж мы на рыбалке, может быть, по 50 грамм? По 50? Да нет, давай по 100. Ёлки-палки, я думаю, вы откажетесь, не взял с собой спиртное? Всегда так. Ладно, у нас так рыба клюет, нам не до этого будет, смотрите. Спасибо. Ой, ё-моё. Жену забыл предупредить, что с вами на рыбалку вот пошёл. Ведь. Алло, дорогая, я с Сан Санычем на рыбалке, представляешь? Азамат! Да нет тут никаких женщин просто. Я все говорю, Азамат! Ну, шутит он так, шутит. Серьезно. Снимай плавки! Ну, Масляков так шутит, но я тебе серьезно говорю, ну что это на самом деле? Шутит он так. Сан Саныч, докажи, что это вы. Вот. Все, сбросил ее, елки-палки. Зачем вы так сделали? А ты в тот раз зачем так сделал? Все-таки, что ни говори, рыбалка сближает. Это да. Стирает все границы между людьми. Вот ты, Саш, сколько на КВН зарабатываешь? Действительно, а почему бы и не рассказать людям? Только давай, Азамат, я тебе напишу. Давайте.
Много говоришь? Да. Очень много говоришь. Вот давай честность за честность. Вот скажи, вы ведь наверняка после игры нас с отцом осуждаете. В смысле? Ну что мы все неправильно делаем, высокомерно себя ведем. Да нет. Пара по парам. А, ну про них-то я знаю. А, ладно. Сан Саныч, может быть, на гитаре? Слушай, я бы с удовольствием, но, честно говоря, не умею. Да я вас научу сейчас два счета. Конечно, круто. Конечно. Давай. Так. Ну-ка, давайте. Не, вот эту руку не надо. Ага. Вот эту руку тоже не надо. Так. И вот так вот, легко. Оп, 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 оп. Что ж ты, фраер, сдал назад? Сдал назад. Не по власти я тебе, ты смотри в мои глаза. Пара-па-пар. Брось трепаться о судьбе. Отлично! Отлично! Ведь с тобой моего сорока. Все. Мы все-таки на рыбалке, что вы? Слушай, ты знаешь, вообще как-то мы скучно сидим. Ну? Давай как-то разнообразим. Давайте, ради бога. Один. Ну зачем вы динамитом бросаете? Нормально. Ну это же все-таки заповедник. Территория браконьеров. Здорово, бандиты. Ну вот, накаркали ее. Вы че? Вы че на моей территории? Рыбу мне отдал? Рыбу мне отдал! Азамат, я не понял, это вообще что такое началось? Это Аль Капончик наш, местный авторитет, вы не переживайте. Рыбу мне отдал! Я сейчас разберусь. Рыбу мне отдал! Успокойся, у нас в гостях люди, понимаешь, из Москвы. Ты знаешь, кто его отец? А он знает, кто мой отец. И кто же это, интересно, твой отец? В Ютубе наберите, дверь мне запили. Рыбу мне отдал! Рыбу мне отдал! Ты че, дурак? Перестань, это ведущий КВН! Да мне все равно! Я КВН не смотрю! Да хорош! Отпусти! Камень не смотришь! Камень, да! Камень не смотришь! Сан Саныч, отпустите его! Отпустите его, Сан Саныч! Я сейчас приду и каждому рыбу мне отдал! Что вы наделали, Сан Саныч? Это же камызякская мафия! Камызякская мафия? Азамат, ну это уже смешно! Вы понимаете, они непредсказуемые. Они могут все, они могут сейчас взять и не прийти вообще. А если придут, нам придется обороняться. Вот этим умеете пользоваться? Игрушечным? Заметно, да? А, лук и стрелы. В детстве делали лук и стрелы? Нет. Ну, из рогатки, наверное, стреляли же? Да нет. Ну, под рамой на велосипеде ездили? Ну, я объяснил уже. Может быть, турбо? Какое-то неинтересное у вас, скучное детство. Это у меня неинтересное детство. Вот тебя когда-нибудь отец порол? А. Нашли чем удивить. А нет? Перед одесскими джентльменами? Нет. Вот ты когда-нибудь стишок на стульчике рассказывал перед Гусманом? Нет. А на 12-м международном сочинском зимнем фестивале тебя забывали? Нет. А вот меня тоже нет. Тоже скажете. Нет, я все-таки думаю, знаете, нам надо перестраховаться и позвонить в полицию. Мало ли чего у этих на уме. А, телефон не ловит. Бесполезно. Знаете так, короче, давайте я вас приподниму. Давай. И вы позвоните полицию, okay. Объясните, что как у нас дела обстоят. Слушай, знаешь, давай все-таки я как-то поздравей тебя, давай, на меня. Залезай. Ну, давайте. Давай. Нет, знаете, все-таки нет, сейчас, не дай бог, сфотографируй, скажут, камызяки у Маслякова на шее сидят, нафиг. Готов? Давайте. Ну, о, все есть. Алло, полиция! Поздно! Здорово, бандиты. Вот опять это. Well. Полицию звоним. Вот я пришел один, потому что я уважаю законы Стэма. А надо уважать законы Российской Федерации. Короче, давай сюда. Сан Саныч,
Ну, успокойтесь. Ну, неужели вы не смотрели фильмы про мафию? Мафия бессмертна. Если отрубить мафии голову, то на ее месте появится новая. Еще больше, еще страшнее. Ну, этому типу уже точно два раза голову отрубали. Зачем вы так вот? Ну, серьезно. Короче, иди сюда. Я вот должен с ним на этом драться, да? Это серьезная группировка. Круто. Короче, у нас вот здесь вот такой эффект будет. И тут вот эта вот половинка говорит. Я умираю. И единственное, о чем я жалею, что никогда не видел КВН. Ребят, вот можно без этих сопливых концовок с темах, а? Вы можете пожертвовать своей финальной шуткой ради меня? Нет, не можем. Чего ты щипаешься? Я целую неделю репетировал это. Ты целую неделю репетировал, а я в 15 лет ждал возможности, чтобы выступить на сцене высшей лиги. И команда Камызяки осуществила мою мечту. Спасибо вам, пацаны. Поздравляю вас. Спасибо. Поздравляю. Что скажете, Александр Васильевич? Добро пожаловать в высшую лигу, Сан Саныч. Набирай команду! Друзья, мы прерываем наше выступление на экстренное заседание в Камызякском суде. Не спать, суд идет, а то опять ругаться будет, сами же знаете. Так, ничего не хочу слушать, либо расстрел, либо сейчас же плати мне 200 тысяч рублей. Ты, а где он, где его подсудимый? Не знаю, спит, наверное, 3 часа ночи. Что вообще за срочность всех собирать? Как что за срочность? Я вам 300 раз говорил, у меня свадьба у дочери. Мне срочно нужны деньги, понимаете? Очень много денег. Так что давайте сразу все дела быстренько поднимаем. Быстро! Ну, есть у меня один бандюган, 2 года за ним гонялся. Заходи. Не надо его трогать, миллиард раз вам сказал. Не трогайте его. А кто это? Как кто это? Дядь Леша Ананас. Дядь Леша Ананас, он у нас ездил в Поле чудес. Там ему 1 000 000 предлагали, а он приз выбрал. А там ананас. И у него фляжка прямо на передаче потекла. Ну, если хотите посмотреть, наберите в Ютьюбе «Поле чудес» в смысле ананас. В смысле ананас? Все, давай, иди, дядь Леша. Не надо, не издевайтесь на человека, все. Я вам еще раз говорю, нужно очень громкое, мощное дело, понимаете? Чтобы я таким делом сразу все свои дела поправил, сразу. Я протестую! Вы что творите? Вы же должностное лицо, в конце концов. Вот мы с тобой столько лет вместе работаем, ты все время про лицо говоришь. Ты зачем нарываешься, а? Я же тебе про лицо сейчас очень много могу накидать прям. Стой, помалки, вы понял? Не беси меня. Я просто хотел сказать, что попахивает вымогательством. Закрой рот, я тебе еще раз сказал. Ты что думаешь, постригся как Мутко, дела в гору пойдут? Азамат Тахирович, вспомнила, вам же жена звонила. Имя не помню. Магрипа Харипулаевна ее зовут. Как? Магрипа Харипулаевна. Как? Очень легкое имя, что вы на самом деле? Просто Магрипа Харипулаевна. Вылетать должно. Магрипа Харипулаевна. Все, начинаешь и не останавливаешься. Магрипа Харипулаевна. Одно слово. Магрипа Харипулаевна. Хэштег. Магрипа Харипулаевна. Как будто в баню дрова принес и высыпал. Магрипа Харипулаевна. Ну нифига себе имя. Согласен, согласен. Я ее сам за глаза Катька называю. В честь моей первой любви. Знаешь, девчонка такая у меня была, чернявая такая. Любил ее очень сильно, жениться на ней хотел. Знаешь, по нашим традициям украл ее ночью, в ковер завернул, домой забегаю, разворачиваю, а там Магрипа Харипулаевна. Блин, что делать? Тебе деньги нужны, елки-палки. О, в Казахстан надо ехать, там все деньги.
Да у вас не получится в Казахстане по российским законам судить. Это немного противоречит Конституции Казахстана. Ваша честь, а что далеко ходить? Вон Светлаков, давайте его за фильмы «Горько» судить. Ну слушай, Светлаков не Бекмамбетов, «Горько» не «Елки», надеюсь, остановится. Может, Пельша? А Пельша за что? За наличие шипящих фамилий, что ли? Ты что? Я говорю, надо такого человека, который сразу захочет откупиться, понимаете? Галустяна за то, что хвастается дружбой с Кадыровым. О, да, действительно, давайте Пельша судить. А чё? Давайте Екатерину Стриженову. Не надо! Не трогайте её. Почему? Не надо. Ну, здравствуй, Катька. Как же давно я тебя не видел. Я просто до 12 сплю. Эх, дурак, такую женщину проспал! Ладно, ваша честь, не расстраивайтесь, пойдемте домой. Некого судить. О, да! Вот и настал тот день, когда в камызякском суде некого судить. Жалко, что только в КВН. В Камызяке есть места, где легко могут опустить с небес на землю. Одно из таких – Камызякское ПТУ. Не нойте, Панекин, не нойте! Завтра придете, пересдадите, чё? А теперь давайте все вместе перенесемся на самый оживленный камызякский перекресток. Все, давай, замеряй. Так, подожди. Сколько там? 5:34. Записывай. Давай теперь ты. Ну куда ты заступаешь? Абсолютно в каждом паспортном столе, я уверен, есть такой человек. Здравствуйте, я тот самый Макаров Вячеслав Николаевич. Здравствуйте, Вячеслав Николаевич, очень приятно. Шмелев Геннадий Иванович. Я так понимаю, вы от Олега Петровича Комарова? Да. Значит, по вашему вопросу, значит, быстренько вот так. Сейчас едете, значит, на Олега Кашевого, 14, корпус 3, это пересечение с Николая Островского. Такое офисное здание, угловой. Там, значит, на проходной будет Олег Петрович, ну, Петренко. В общем, скажете, что вы к Николаю Борисовичу, поднимайтесь на второй этаж, там Елена Павловна будет прием носить, худощавая такая женщина, Лемякина. Вот, ей скажете, я Макар Вячеслав Николаевич, я к Николаю Борисовичу, и вместе с Еленой Павловной ждете к Николаю Борисовичу и скажете, что вы от меня. Не от Олега Петровича, а от меня, от... Как я говорил, меня зовут? Ну, а в небе над Камызяком бывает и такое. Водку я налил стакан и спросил, и стакан граненый мне отвечал. Сколько жил и сколько в жизни я свои потерял, не задумывался я и не знал. Вот 11 Б вас по-другому не соберешь. Все, давайте, садитесь, все, урок начинается. Так, какой завтра день? Вот правильно, ЕГЭ. ЕГЭ, сложнейший экзамен. Поэтому я как классный руководитель запрещаю вам на него идти. Почему? Потому что вы его не сдадите. Ну правильно, вы же нам знаний никаких не давали. Ха, я специально вас ничему не учил. Нифига себе, я сейчас буду вас за 4000 учить, чтобы вы потом по 40 зарабатывали, что ли? Нафиг мне это надо, ага. Чтоб потом вы ездили на джипах, меня обрызгивали, да? Я вам, знаете что, вы сейчас поумнеете, все уедете из Камызяка. И что мне потом делать? Хорошо, что мы с Мухаммадом вдвоем потом будем делать? Вы знаете, ЕГЭ — это сложнейший экзамен. Там все предметы вперемешку, все подряд. Вот тебя спросят, например, 2 плюс Псков. Ты не знаешь. Валентность зайцев. Да без понятия. Удельный вес Франции.
приблизительно даже не знаете, еще суетесь, елки-палки. И что, прям такие вопросы будут? Конечно, да? Конечно, Понекин. Специально, чтобы вы не ответили. Зачем это им? Потому что тупыми людьми управлять легче. Ай, вслух сказал, елки. Ладно. Хотите учиться, давайте учиться. Значит, иди сходи, мел принеси. Ты иди тряпку намочи. Вы вдвоем идите парту принесите. Ты иди, знаешь что, помещение свободное, поспрашивай. Через час встречаемся. Сиди, сиди. Наша команда часто шутила про Камызякский суд и про Камызякскую больницу. И вот мы наконец-то добрались до причины проблем. Итак, обычный приемный день в Камызякской мэрии. Долой. Откуда люди знают, что я в городе? Я тебе сколько раз говорил, машину не став возле мэрии. Ладно, все, Анфиса, давай. Запускай людей, хоть разок по-человечески поговорю с ними. Заходите. Давайте, заходите. Драгоценные мои, заходите. Стойте. Оттуда говорите, на ковер не наступайте. Скажите мне, пожалуйста, что вас беспокоит? Что вам не так? Что вам не нравится? Скажите. Вот тебя лично, что тебе не нравится? На каких основаниях вы закрыли шахматный клуб? Захотел, закрыл. Сейчас давай не беси меня, идите отсюда. Вы вспомните, какой день города у нас хороший был, а? Это же я придумал. На наш день города, наш город на день города Краснодар свозить. Пойдемте. Постоянно что-то не нравится, что-то не хотите. Это все. У меня дети. Разрешите? Извините. Встали. Эльвира Михайловна Джабикян. Очень приятно. Руководитель ансамбля «Зернышки». Что надо? Азамат Тахирович, нам бы помещение, а то репетировать негде. Было бы что репетировать. А у нас все отрепетировано. Девочки, как я вас учила? И... Несинхронно. Вот она выделяется. Все понятно. Что одно и то же танцуете? Так что все, давайте, до свидания, идите отсюда. Все, закончилось, все. Это же дети. Ковер, женщина, ковер. Все, я сказал. Вам ковер дороже детей, что ли? Да перестаньте, что ли, в конце концов! Ты что, спишь, что ли, елки-палки? Выходим. Вот она стоит! Не трогай меня! Да вас уволить надо! Дорогие друзья, мы специально остановили этот номер именно на этой фразе. Потому что, во-первых, все, что мы показывали, это правда. А во-вторых, 24 сентября 2013 года мэр города Камызяк был уволен со своего поста. Вообще убрали такое понятие мэрия города Камызяк. Да, так что, Александр Васильевич, видите, какая мы с вами сила? Как говорится, пусть не решить нам всех проблем, но некоторые проблемы все-таки, ну, даже регионального уровня, КВН все-таки решить может. С чем мы вас и поздравляем! Камызяки! Yeah, boy, you're my sunshine.